Yo. Aye. Who would've knew these two in my crew would've still been my G's in school? I would've never have up and left if there wasn't a reason to. Northwest and west to the death, we was one for all and we all for one. And small Don seen it all from young but can never have saw what's coming. I first met L's in primary, until year 5 thinking Sly didn't like me. Started yapping one time in line and from then we were tied like Siamese. TP come a little bit after, from an ex school in West. We always deep tier a little bit smarter, we used to eyeball his tests, like bless. Then the bros got closer, left Alpha House checking both in Mozart. Roundabout when the term was over, mum loud me out but she said don't go far. But them no ain't bad, I swear. I couldn't tell you my favourite lesson, cause all the Don used detention. Did I mention that the tension was rising, back in the ends we residing. L's his family and Brendan's were tied and the guys from my ends didn't like him. Man are getting bored and I ain't have a clue, recording in avenues. Round that time got sent back to Nige but I was still representing my crew. So that's why I'm like, bro, like this shit is a blessing, bro. The fact that all three of us are here. Yeah. And that dream's still possible, bro. Ну что, братва, я в капюшоне. Это потому что идет дождь. А как вы думаете, почему идет дождь? Потому что СДЧ. Я не знаю, братва, по какой причине каждый раз, когда в Сочи СДЧ, а предполагалось то, что дрифт зимой, хорошая погода, всегда холодно, то снег идет в Сочи, то сейчас мы вот в поляне, такая вот суета, ну снега нет, но, блин, идет дождь. Так что вчера были тренировочные дни. Ай, была хорошая погода, пацаны исполняли, там рысачили как могли. Сегодня второй тренировочный день, но идет дождь. Не знаю, что из этого получится, мне кажется, там постановка с прыжка. Есть маленькая вероятность, что на этой постановке все пана раскладываются. Вот, а я буду здесь 2-3 дня, так что что-то я здесь поснимаю, что-то покажу. И надеюсь, мне не будет, как обычно, лень все это дело снимать. И будет что-то интересное. Ну, собственно, техпарк. Что тут скажешь? Японские машины в дрифте преобладают, да? Не, ну, япошки тоже есть. Вот лучшая машина, если честно, на данном мероприятии. Ну, это, в смысле, не моя, чтобы вы не путали. Но вот. Мой выбор, короче, на этом мероприятии – это машина. Вот это то, что подтянулся на своей черной бестии. Уже шумит. Не, ну виды роскошные, братва. Вот же он приехал, главный, самый дрифтер вот этого города. Думает, куда встать, куда встать. Одни JZ-ы, не по кайфу рядом стоят, наверное. Вон туда надо вставать. Заставляют? Да, но я это запечатлил. Типа тихом не пройдешь, пока не наклеишь. На туре? На туре. Ну, такие правила. Но сегодня Равинов поеду наклейки заберу. Большие, блядь, чтобы они на всю машину были. Но мы знаем, что заливать надо, да? Конечно. Блин, ты был там наверху? Да. Антонио. Я там был, посмотрел, как они ездят. Пацаны ездят? Ну, там много кто ездит, если это так можно назвать. У меня что-то как будто бы подвеска раскрученная опять. Мне кажется, без разницы. Ой, четвертая хорошая. Подвеска у него раскручена. Я говорю, они там так ездят, что такие мощные машины вот эти вот, они там ни боком, ни прямо не могут поехать. Сейчас я покажу, как надо, блядь. Здесь, мне кажется, самое лучшее, это какая-нибудь стритовая машина. Как же меня бесят эти все дрифтовые харчи. Короче, не знаю, какие там есть мероприятия, но какие есть мероприятия с таким видом, я точно не знаю. Пацаны, мне это все нравится. Мне не нравится этот дрифт. Опа, вот же она снова. Блин, как темно. Блин, идиотское освещение. Мне это вымораживает. Блин, BMW какие-то страшные ездят.
вымораживает мне это освещение, блядь. То темно, то светло, блядь, я не могу камеру настроить. Это... Что за виды? Там, короче, горы в снегу, я не знаю, не видно. Ладно. Тюнинг. Короче говоря, братва, автопром меняется. Честно сказать, я не знаю, как пацаны ездят. Настолько скользко, нет зацепа. Блин, что это? Ну, короче, настолько нет зацепа, я понятия не имею, как они на таких машинах умудряются ездить. Чуваки, это просто пиздец. Ходить по этим лестницам — это жесть. Он оттуда иду. Да, оттуда иду. Но это не значит то, что типа я пришел. Мне еще полпути. Тут, короче, фитнес еще тот. Я думаю, что кто на граунде был, он меня поймет. И это тоже не конец. Я все иду, иду, иду. Мне вон туда. Блин. Это все ладно, честно сказать. Дрифт, виды. Все прикольно. Прикиньте, какой-то тип на двух лыжах на ногах вот так вот разгоняется и сигает вот с этой темы. И летит вот оттуда. Ну вот сюда, наверное, по-хорошему, я не знаю. Просто что? На S55-92. Сразу по звуку понятно, что не через это. Это, кстати, интересный вариант. Идеальный вариант. Чисто без напряга, если честно. На хату. Мой мужик. Ничего себе. Это M2 Competition, чтобы вы понимали. Чуть разобранная. Скользко снова.
и шум. Короче, вторая часть дня. Сорян за то, что мало контента. Просто потому, что идет дождь. И сегодня первый тренировочный день. На самом деле ничего не происходит. Пацаны просто пробуют траекторию, чуть-чуть поездили. Не у всех получается, ну потому что сейвятся, наверное, они очень сильно хотят машину разбить. И мне немножко фотоаппарат жалко. Но я надеюсь, завтра будет более сухая погода. По крайней мере, по прогнозу она такая. И уже будет дрифт поинтереснее. А я, в смысле, снова иду вверх. Так что... надеюсь, завтра будет лучше. Фурджон! Я все понимаю, но мы чуть потерпевшими не стали. А у них я его пары положил, что ли? На суплекс. Я думал, она бежит поднимать блоки. Блядь, эти звуки, это просто пиздец. Слишком мокро. Я сегодня узнал, что там мотор от моей любимой машины. Какой? AMG GTR. Дорогодолларовая. Дорогодоллар. Чуваки, кажется, я нашел, что мне интересует это рифте сегодня. А? Не хотите? GT2 RS MR. Ну, братва, я даже не знаю, что и сказать. Or do we have to do this right now? Машины. Если честно, мечтаю о такой Сильвии. Именно о ней. Второй раз говоришь, я помню. Да? Да. Я отвечаю, я не знаю, я очень сильно ее люблю. GT3 и самый красавец. Блять, ну вообще, у меня видос не про Сочи Дрифт Челлендж, а про эту, блять, лестницу. Я вчера по ней три раза, в смысле, поднялся и спустился.
Не, ладно, 3,5, потому что я еще до кофе наполовину спускался. На его аппаратуру. Ты футбол, да, снимаешь? Футбол снимаешь? Правильно, понял, пошел я нахуй. Отвечать мне. Нормально, можно теперь в экране все болеть. Пошел. Ай-яй-яй. Вот она, которая АГС-55. Не скажу, что мне нравится этот кузов, в одном смысле именно, вот как они, ребята, эти делают, но я про постройку, это же идеальный вариант. Короче, походу, все варианты идеальные, да, сегодня? Объединяет миллионы людей. Короче, очередная история с лестницей. Помогаете рисковать. Мне надоело стоять. Бизнес. Возможности. Мне надоело стоять. А вот теперь, друзья, о том, чего вам нельзя пропустить. Пойдем к таксистам. Этим летом в фестивале Юга Драйв Фест Джим Куранов. Мне надоело этот дрифт. Сорян. Там все одно и то же. Сегодня погодные условия точно такие же. Я что за виды? В общем, поэтому поснимать мне не хочется уже. Пойду к таксистам, скажу, тут говорят, таксисты ездят, недорого берут. Сейчас поедем куда-нибудь, по-любому. Не, ну как они оттуда сигают, конечно, пацаны, вопросы у меня имеются все до сих пор. Прикиньте, летит. Вот же тут какие-то таксисты. Ездят, говорят. Это даже не звонит он же. А когда не звонили, блядь, да? Брат, я операторам не звоню, брат, они слишком... Ну да, я занят просто всегда. В общем, такая суета. Ярик тоже приехал с Краснодара. Так что, когда вот так? Нашел, короче, таксо. Ехали. Блин, тут и вверх, и вниз, да, получается? Бомбочка. Площадка Адлер, бля. Вот этот конфиг, тип такси, 500 раз лучше, чем этот мир. Соревновательный. А тут чёрный баскетбол, как по мячке, да? Опять зазвенел какой-то. А я все проведу. Это новую. Пиздец. Ну и все. Бомбочка, брат. Короче, такая суета. Мы пришли сюда. Точнее, я пришел сюда, потому что мне там уже стало скучно. Но проблема в том, что там М2 сейчас поедет, которую я хотел посмотреть. Ну ладно. Вот Джон! Мимо! Вот так, пацаны, покажу вам техпарк.
просто его со стороны. Не буду в нем ходить, где что есть, блин. Вы и так все за дрифт шарите, в отличие от меня. И так все знаете, кто на чем ездит и все остальное. Я вам показываю атмосферу. Вот так это выглядит. С такими пейзажами. Там ребята стоят в очереди. Здесь очень красивая М2 белая. Здесь классная М2 синяя. Здесь классная М4 голубая. Но самая классная, братва, вон она стоит. Одна. Падлу мне было идти за пропуском, поэтому я пешком. Вот оттуда шел, блин, чтобы вы понимали. А катаются все вот за этой трибуной. Вон там вот. Чтоб вы понимали, сколько я хожу пешком, чтобы видос вам поснимать, братва. Если лайк не поставите, ну я даже не знаю. Вот. Ну а мы продолжаем таксовать, покатаемся. Если таксист трансляцию досмотрит. Все, я поехал. Ну давай, я готовый. Вон, С-55 поехал. Блин, ну вот ее бы я хотел посмотреть. Хорошо. Крути, крути ее. Чисто в Москве под мостом летает. Вот вам, братва, современное решение. Велосипед не придумываешь. Крылья пластиковые ебанул, выкинул в салон. Выворот, поехали. Фланкер. Вот такая вот у меня информация. И белый Skyline. Видите, сколько я автомобилей знаю. Вот эти люди. В эти горы приедешь, одни и те же тоже здесь. На вышку? Или ты не можешь, у тебя лапки? Брат, дать куртку, может, бомбовская, теплая есть. Я не мерзну. Пацаны не мерзнут. Но мне холодно. Бля, я в смысле вчера был до термухи мокрый насквозь. Чтобы ты понимал. Вот, звук бомба. Блин, ну если там реально мотор от AMG GTR, а там реально мотор от AMG GTR. GTR, sorry. Это пиздец, блядь. Ну, в моих глазах это просто пиздец. Вон же она, М2. Ну, BMW вообще мало, конечно, тоже по отношению к другим машинам на этом мероприятии. Хотелось бы побольше видеть. Ну ничего, хорошего понемногу, как говорится. Блядь. Что за вот это я фразу сказал? Мне бы прогревы для курсов закидывать. Прям вот просто идеал. Очень классно. Здесь просто все стены собрал. Вот же он. Мы это в прошлый раз и сделали точно так же. Ты теперь этот, Антон Глиномец. Да, причем попал ровно туда. То есть мы уже четко знаем... Да, реально ровно туда же, там даже новый след от грязи на траве не появился. Мы четко знаем, где надо работать конфликт. Чтобы прыгать. Все совпало. Бля, когда-то пятнашка выглядела хорошо. Машины. Какая, белая? Да, но жена, которая едет в Казанцев, это, по-моему, она. Вот что он. Пацану. Вот так мне нравится, кстати, смотреть из ДЧ. СЛС. Наверное, был вопрос вот так. Какой SLS? Самый дорогой мотор мы можем купить и поставить во фланкер? А, ну это тот же. СЛС, пожалуйста, можно... Здесь туска, конечно.
хорошо. Блин, слышно, на трансляции смотрится все как-то круто так. Ой, не повзял. Не повзял. Ну, я хоть не попал, не взял и не повзял. Брат, главное, комфортно смотрится. Сидишь тут, 41. Тепло там, да. Начинаем складывать. Я понял, хорошо. Тенденция не очень. Ну что, Тила так, Шабанов, Шнайдер? Да. Из всей из команды Тайм-Ап. Друг за другом идут. Это ладно, сейчас Рома поедет, потом такси. Тайм-Ап, но в соревновании Сочи Триф Челлендж мы знаем, что в большом чемпионате там представляет другую команду. Я за ней. Но, тем не менее, здесь, как написал Аркадий, почти в родной среде. Аккуратничала, разгон был классный, замах. Узко. Что-то кривенькое так. Кривенько, да. Узко. Ты закрыл твои глаза, зачем это говоришь? О, а здесь зато. А здесь вообще замечательно. Первый результативный, а дальше уже хорошо. Спасибо, болезненно. Фоновите, Макс. Что-то мне подсказывает, что я не приду, потому что, что, одно и то же. А те, кто посмотрит результаты, я их потом посмотрю. Вот настолько я люблю дрифт. Мероприятие. Все. Я в машине, в тепле и сухости, наконец-то. Блин. Хотел сказать то, что... Я хоть и не все это не очень люблю, эти дрифты, именно соревновательную часть. Но это же какой уровень и какой кайф, что у нас есть такие мероприятия, есть, блин, локации, где их можно устраивать. Блин, ну посмотрите. Просто что? Я до сих пор не выкупаю то, что у нас проводятся вот мероприятия вот в таких местах. Вон там, кстати, из-за дождя, из-за туч все время было ничего не видно, а там-то вон снежок. Вы купаете, Стив? Мне кажется, это просто самое крутое мероприятие. Не один РДС. Да, там сложность конфига, там целые гоночные трассы, там другие хода, все вот это вот. Не нужно думать о том, то, что я это не понимаю, не знаю. Но если вот это все откинуть и посмотреть на мероприятие со стороны, ну что, они катаются по гоночной трассе, как что и следует делать гоночным машинам, да? А вот тут, ну то есть понятное дело, что Grounded эту историю начали, и они там вообще, в смысле, именно в саму гору катаются. Я, честно сказать, не очень понимаю, почему называется Царь горы, если они катаются по факту по просто плоской дорожке. Ну, видимо, были какие-то на это соображения. Я не думаю, что никто до этого не догадался, чтобы тоже где-то там в гору кататься. Как-то так. Я доволен. Все довольны. Кто разбился, тоже, наверное, доволен. Что вряд ли. А я поехал в Сочи домой. Пора отдыхать. А то 2 дня с автомобилями для меня это уже слишком. На эти виды, братва! На эти горы! Над морем закаты! Что надо, я понять не могу. Ничего не надо. 2 литра сока, 4 куры и гриль, блядь, или как там было? Ладно, сортуем.